На Россию не наложено никаких санкций. На Россию все, что наложено, это антисанкции, которые мы наложили сами на себя. Санкции наложены на конкретных чиновников, депутатов и же с ними. Эти санкции надо не снимать, а, собственно говоря, они от этого радуются, наши чиновники. И поэтому, мне кажется, просто надо и дальше на семьи накладывать, исходя из этого посыла, поскольку им это нравится. Но это так, шутка на грани шутки. А антисанкции, которые мы сами на себя наложили, ну, их снять не очень сложно, надо просто подписать приказ, указ президента, и санкции, антисанкции будут сняты в течение суток.